вот тут вот, на почте горело. На почте горело. А потом этажи горели, я видел. И тушили хорошо. Горело тут. Прямо под этим самым, подо мной. И да. Весь дым шел сюда. Все, у меня квартира вся была в этом самом, в дыму. Кот у меня до сих пор сидит под ванной и не вылазит. Он боится. Извините, а сколько? Блин, на 300 тысяч. Ну, я с той стороны живу. Первый раз я прямо с кровати упал, а потом побежал в туалет. Ну и ясно, что я вышел в коридор, дым, гарь. Я испугался, что просто взорвется дом. Два сильных выбуха, которые повлекли за собой выбоины стекол. Межкомнатные двери тоже вылетели. У меня муж после инсульта. Мне это вообще очень и очень тяжело. Как это можно по детям, по всему стрелять? Это ужас один. Это... Раньше говорили, как моряк, ребенка не обидит. Как те капитаны, которые стреляют, командиры этих кораблей, их просто, я не знаю, у них совесть есть, а как они домой приходят, своим детям своим, смотрят в глаза после такого вот убийства, таких вот издевательств над людьми. Велика кількість будинків, то, що позаду мене, і ще багато будинків навколо, зараз без вікон, без дверей, причому з двох боків, бо дуже потужна була хвиля, але жертв людських вдалося уникнути. Можливо, це знову ж таки терористичний акт, який направлений на те, щоб просто тут людей вбити, заморити голодом, зробити все, щоб геноцид українського народу. В порядку, хто там ще? Они сидят со всеми этими идиотами. Задіяно 5 комунальних підприємств, одна управляюча компанія приватна. Загалом близько 40 людей працює 4-5 навіть одиниць техніки.